Вот у нас интенсивная обрезка сирени. Эта ветка была сильно наклонена зимой, и я расстроился от того, что ее сильно наклонил снег. Вот такие вот, кстати, листья у нее получились весной. Она сильно наклонилась в сторону дома, и здесь было трудно ходить. Поэтому я взял, обрезал интенсивно верхушку. В этом году этот ствол не плодоносил, не цвел, не плодоносил. Не, ну что, за плодоносил плода, винограда. Плоды, конечно, есть виноградные. Кстати, есть и семена. Вот, а ну-ка, покажи, какие. Может, люди не знают, какие семена, как они выглядят у сирени. Вот, но их можно не размножать, потому что это очень сложно. Проще все-таки садить корни. Итак. Вот я интенсивно обрезал верхушку, эта ветка поднялась вверх, и здесь вот такие вот мощные побеги пошли. Видно, что они толстые. А ну сейчас я попробую какой-то наклонить, и станет ясно. Ну, трудно сказать, будет она цвести в следующем году или нет, но похоже на цветковые. Вот эти две почки, они цветковые, верхние обычные. Трудно сказать, будет цвести или нет, но пока они маловаты, выглядят не очень. Хотя все было нормально. А вот, кстати, листья, которые у меня, вот это средний лист, а вот это крупный. Это тоже с этой ветки пошел боковой побег. Ну, тут уже мы снимали хрен, да, вот приблизительно у хрена сейчас вот такие листья молодого хрена. Вот, пошел молодой побег с этой ветки. И, ну, конечно, он не годится для цветения. Но листья у него очень крупные. Сейчас осень у нас, середина сентября. А вот, кстати, обычные классические листья. Вот такие вот у сирени. Та, которая цветет. То есть понятно, да? Во сколько раз разница получилась. Ну, эти больше кто-то ест, а эти меньше. Ну, меньше, потому что они выше, и, наверное, эти были сочнее, они же все-таки... Свежо. Они интенсивно разрастались, из-за этого, наверное, здесь меньше лигнина, ну и всякой такой вещи. Так что не бойтесь обрезать сирень сверху, если вот как у меня здесь наклонилось, скоро будет на дорожку наклоняться, если снег упадет, может вообще согнуть наполовину. Не бойтесь обрезать верхушки у веток. Это все восстановится приблизительно за 2 года. В первый год отрастет молодой побег, а во второй год уже будет цвести. Подписывайтесь на канал Арсений Селезнев, Зверобой. Это была интенсивная обрезка ветки сирени. Вот такие даже листья могут получиться. Подписывайтесь на канал, смотрите обновления. Пока!